Кованые балкончики, лаконичная лепнина, небесный оттенок стен. Домик будто с картинки. Столь сияющий облик он приобрел совсем недавно по программе капитального ремонта. Еще пару лет назад дом 1954 года постройки на Чапаевской сам на себя похож не был, рассказывает жительница Людмила Пронина. Они всю стену обрабатывали. Потом обрабатывали какой-то раствор, клали. На этот раствор клали сетку необычную. Есть в Самаре и инициативные жители, которые ремонт дома взяли в свои руки. Председатель ТСЖ с гордостью показывает дизайнерские изыски подъездов. Каждый этаж яркими цветами и корабликами украсили профессиональные художники. По цене, как за малярные работы. Деньги на капремонт жители собирают на отдельный счет и тратят по мере необходимости. Стеклоузлы переварили, крышу сделали, полипропилен на горячую холодную воду поставили. Настоящие кулибины соорудили в подъезде портативный пандус. О своих наработках и рационализаторских идеях рассказали заместителю министра строительства и ЖКХ России Андрею Чибису. Это еще раз показывает, что у нас много добросовестных собственников, у нас много добросовестных людей, которые работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые делают наши дома удобнее, безопаснее. Ну и вот эти все инновации, они позволяют экономить на наших квитанциях. Есть у активистов цель – повесить на фасад табличку «Дом образцового содержания». Андрей Чибис предложил проработать с банками возможность предоставить жителям этого дома льготный кредит на дальнейший ремонт. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.